здесь. Итак, вот великий человек Артур Степанов, чемпион мира по штанге, мастер спорта. Вот смотрите, что тут только не написано, международного класса. Ну-ка, Наташенька, покажи, какие картиночки. Смотри, как он такой здоровый, такой здоровый, Да, ты такой. нажми, чтобы она открылась, Хасай. Как? Вот Ну как, так? нажми просто на Ну, давай, картинку. открывай. Вот, а О, то там не какой, видно да, ничего. во. Так, это же мой друг. И завтра, послезавтра, мы с ним в скайпе или в зуме проведем встречу и всем вам покажем. Да, и он расскажет, как он синхрогимнастику применяет, как он ключ применяет. Это будет так интересно. Ну, особенно для молодежи, конечно. Сейчас же изоляция. Да, и я вам еще расскажу интересную вещь. По ту сторону ключа приятные ловушки счастливого состояния. Это и для девочек будет интересно, как притягивать мальчиков, а мальчикам будет интересно, почему и как влияет на них девочки. И наоборот. Это так будет интересно. А главное, что в момент подъема штанги человек сосредотачивается максимально, и у него происходит. Да-да, у него происходит то состояние на пике напряжения, которое возникает иногда на пике полного расслабления. Но это уже другой уровень. Я вам больше расскажу завтра. До встречи.